Всем привет! Всем привет! С вами Ангел, Бартоломео, Дейчима. И мы продолжаем. Какая у тебя пушка длинная, Йохайды? У меня есть длинней, смотри. У тебя есть больше и мощней? Больше и мощней. Все, погнали дальше. Мы продолжаем наше приключение. Знаешь, глупец. У меня морковка летит. Морковка? У меня конфеты. Вот, я поняла, что такое дети. У меня конфеты вылетают. Барта, я тебя спасла. Спасибо. Это увидят все телезрители. Ютизрители. Ты теперь подставишь. Будь готов. Что со второй стороны? Я броньку нашел какую-то. Патрончики. Остался снизу, снизу. Я тоже пока снизу. Здравствуйте, парикмахер. Я потом вспомню, где еще есть пара секретов. А вон наверху, как туда попасть? Я через этот как его. Нет, я на лампу запрыгнул. Вот, все. Я поняла, как попасть. О, Руби Рос, найден секретное место. Дэйч, ты где? Я сам пока еще не понял, честно говоря. Короче, я там был, слушай, я там был уже, а почему тебе написали секретное место, а мне нет? Потому что это Руби Рос, парикмахер, я тут монстра подстриг, все. Это сразу секретное место, они теперь там в очереди выстроились, наверное, не каждый. Ну так, все продумано, да. Так, Ангела ждем и идем дальше. Ангел? А где он? Сзади уже нас. Я увернулся. Нет, ты получил. Опять получил. Здоровье плюс один, ура. Че, тебе не нравятся таблетки? Блин, сзади нас парень там. Я из испуга в Дэчму стрельнул. Так всегда, ты всегда пугаешься, а в итоге я остаюсь виноватым. О, лошадь вообще бешеная. Не лошадь, это скелет. Это скелет лошади. Ну какая разница, когда-то была же лошадь. Комбо! Вот у меня мало того, у меня меткость. Так, смотрите, сейчас покажу секрет, только давайте по порядку нормально. Вот сюда на лампу и вот сюда вот. Дэч, не в ту сторону, давай в эту сначала. Ангел, вернись назад, пожалуйста. Так, вот сюда и тут сердечко будет. Так, ждем ангела. Мне кажется, что тут еще дальше. Не, дальше не будет ничего, Дэч, пойдем назад. Я чисто ради своего любопытства так скажу. Кто Ангел, там лошадь внизу. Гусик, иди сюда, на другую сторону. Да. Вот сюда, да. Найдено секретное место. Вау. Ух, чувствую я что-то плохое. Ага, я тоже. Сейчас подстава будет какая-то однозначно. Да, конечно. Бар, сейчас опять нас подставит. Кто меня? Развернись, посмотри. Я говорю, Барт, это такая подстава. А, у меня патроны кончились. Как так? Как так? На чем? На моем любимом оружии. Ты собираешь патроны вообще? Да. Нет. У меня вопрос другой, какое именно любимое оружие, мне же интересно стало. Ну, пока двустволка, я вижу, она с ней бегает. Нет, двустволка... Если патроны закончились, это значит ракетница? Нет, я ты что? Ракетница не стреляет. Барта сказала, с ней не стреляет. Сказала, с ракетницы? Да. Пока нет. Поэкономь. Не совесть.
Не, летающий, летающий, зубы, а? Зубы, зубы летающие убил. Нравится, Барт идет, и только трупы падают. А я только вас сзади прикрываю. Прикрывай наш зад. То ли звучало странно, то ли... То ли? То ли? То ли еще будет, ой-ой-ой. Поднимайтесь наверх. О, ангела вижу. Дэчима. Дэчима. Пашечка. Дэчима ищет секретные комнаты, я так подозреваю. А тут много, тут в каждом уровне где-то по 14, по 15 секретов. Ого. А Барт, заметь, даже точное количество знает. Не-не-не, нет, я все секреты не знаю, Дэч. У меня память не настолько хорошая, чтобы все запоминать. Я пытаюсь вспомнить, как дверь открыть. Может, она просто открывается, когда подойти к ней? Ты меня испугал, Дэчма, я тебя чуть не убила. Вот ты так подкрадываешь. Вот я же говорю, она в тир ходит, но походу в тире наши фотографии висят. А, кто закрыл дверь? Открывай. Давай. Сиди вперед. Я просто почувствую, не излучу. Сверху, сверху там. Патроны вот тут вот, смотрите, лежат. Кто там плачет? Я плачу. Я не плачу. Я плачу. Ой, смотрите, бронька. Я плачу, но я не плачу, Бар. Это знаменитая логика. Я не плакаю, Ваня. Женская? Ну как знать, как знать. Знать, как знать. О, у него голова странная. Ой-ой-ой. Дечка, жизнь. Я секрет нашел, вот он, ангел. А? Вау! Патроны! Так, стоп, тут... Что это за зеленая жидкость такая? Это жизнь, если у тебя меньше, чем 100, а? Тогда ты выпьешь это. Измажешься, и будет радость тебе. Ангел, нам сюда. Смотри, оп. Секретный щит. Ух ты. Дэч. Да, бронька плюс 200 сразу. Короче, я потерял. Сейчас, сейчас, сейчас я тебя найду. Стой на месте. Вот он, Дэч, вот он. Вот он. Ку-ку. Вот. Туда беги, там пособирай все. И потом. Там еще один выход есть, и там щит потом еще найдешь. Мы пока ждем тебя. Расскажи пока мне историю какую-нибудь, ангел. Историю? Угу. Я пока буду смотреть на твои татуировки. Ух ты, да? И как? Как тебе? Ну, подожди. Если бы ты руки подняла... О, я тебя поношу пока. Это, кстати, странно сделано, что можно друг друга носить. Класс. А ну-ка, а можно втроём вопрос? Давай. Братья Карамазовы? Давай. Давай. Еее, пирамида. Поехали, Дэч. Так подсаживать можно, слушай. Кстати, да. О, слушай, слушай, зенитка, да. Погнали. О, я помню, тут очень много сейчас лошадей будет. Прям очень много. Давайте, кто умрет, тот, короче, слабак. Договорились? Сейчас первая смерть. Сейчас хочу посмотреть, да. Я же не говорю с ножа проходить где-то от места. Не, мы можем и с ножа, понимаешь, мы хардкорщики. Легко. Ты договоришься, я сложность поставлю хардкорную. Ничего страшного, мы ножом хардкор пройдем. Нам не страшно. Лошади закончили. Кто там так кричит? Ой, это который взрываться хочет. А-а-а. Да сейчас спас тебя. О, бронька. Ну, я в ангел стрельнул на автомате. А, я сейчас, короче, пошел ножом сражаться. Так, минус один с ножом. Не, ну это уже немножко. Почему все с двухстолка, а я с
дробовиком обычным. Я сам тебя не понял, ну ладно. Двух стволкой. Вообще я могу кого-то подсадить, по идее. О, давай. И? Он еще одна лошадь. Все, отлично. Зачем ждать, если можно пройти левел? Хотите, я закончу левел прямо сейчас? Прямо сейчас. 3, 2, 1, 1, 1, 3, 1. Черт, тут дольше немножко пришлось бежать. Ладно. Да че мы с тобой читеры. Мы даже в этой игре с тобой читерим. Да, это ужас какой-то. Кошмар. Как с вами играть? По-честному. Играй по-честному, а мы будем читерить. Вот я по-честному и по-честному. Честности нас в крови, Инга. Я знаю, что сегодня будет. Сегодня будет босс. Первый мини-босс. Ну, да? Вы уже выбежали наружу? Да. Ну, мы тебя ждем. Мне кажется, надо наверх сходить. У меня такое чувство. Да, я тоже с тобой хочу наверх туда. Почему мы не бьем монстров, а просто пытаемся убежать наверх? Правильно. Странная привычка. Кстати, на револьверах, поверь? На револьверах нету патронов. То есть, если у кого-то проблемы... Бесконечность. Не предел, бас, светик. То бишь, это бар, то, что у нас в дробовиках по 100 патронов, никого не удивляет. А то, что в пистолетах бесконечно, это норм. Ангел потратит сейчас, не переживай. Давай! Второй быко. На, съем. Куда он исчез? Я так умел посмотреть, как дела, вот и что. Плохо попал, еще раз, оба. Вы там посмотрите пока. Быков лучше всего с ножа убивать. Да? Ну, чем вообще Барт занимается? Так и у меня. Лошади. Ториадор. Хопа. Граната. Достали. Зеленый который. Да, он взрывается. Там роботы бегут синие. Я вообще такое чувство, что все монстры на меня охотятся. Сзади, давно... сзади, Барта. Спасаю. Сзади, бар. Кто стреляет в меня? Все увидел, спасибо. Победил. Заснял, увидел, победил. Что это вообще? Будущее или что это? Нет, вообще? Это типа... Сюжет вообще этой игры, расскажите. Мы куда прибыли? Инга, надо Египет. Было читать, тебе уже 3 раза это давали. Что давали? Мы в Египте. Ну то, что мы, в Египте, это мы... я понимаю. Все, да. Точка. На этом закончим. Убийство. Сегодня мы в Египте. Хорошо. Просто мне интересно, откуда. Вау! Это кто? Кто? Это. Да, я думала, это был босс. Не-не-не, босс будет сзади. Сзади? Да. Барта поспойлерил. Спойлер. Пока жаб надо убить. Кстати, Инга, как ты их назовешь? Я их все время жабы называл. Жабы, лягухи, да. Но они собаки же. Как собаки? Ой, смотри, какой прикольный. Это мопсы. Да-да. Привет. О, какой он был прикольный, зеленый. Зеленый, он стреляет этими шарами такими. Сейчас такой будет босс, только огромный и... Вот сейчас. А, поэтому нам нужны патроны. Просто реально спойлерщик, не знаю. Смотри, 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 развернись. Как бы я предлагаю ракетами в него закидать, я просто тоже. И все. Как бы нам для этого и дали, наверное, ракеты. Мне кажется, втроем очень легко его убить. О, все? Ну я же говорю, мини-босс. У коровы. Все круче и круче. Вот странно, но босс мне не нанес дамага, а лошади уже почти убили. Да. То есть коровы, лошади. Где ты видела таких худых коров? Ну, понимаешь, мы с тобой не в курсе всех пород. Всех пород. Вы уже вовнутрь? Дэчима забежал вроде. Нет, не Дэчим побежал. Показалось, Дэч, я тебя перепутал, он с тем голубым. Ну, фиолетовым. Опять на смысле, вы внутри? Да, заходи, ангел, внутрь, и тут есть несколько кнопок. Я тебя спасла! Я заметил уже. Кстати. Там в воде может быть что-то, секрет какой-нибудь, если запрыгнуть. Я вот точно не помню. И сам запрыгни туда. Дэч, давай по нашей этой...
Давай. Схеме? На схеме. Зачем кнопку нажимать? А, вон, да, есть там всякие эти. Дэйч, давай. А, стой, стой, стой! Меня кусает, смотри, один тут. Оп, Якает. Давай еще раз. О, секрет. Секрет какой-то, я что-то нажала кнопочку, сейчас что-то... Мы тут с Дэчимом мучились, а ты тут решила пройти нормально уровень. Мы, да, блин, ну вообще. Такого даже мы не ожидали. Что Инга нормально пройдет? Да, что она раньше, чем мы пройдет, вот в чем. Тан-тан-тан-тан-тан. Я хочу там... Так, ждем Ингу, она где-то потерялась. Я нырнула. А, ныряй. Ты же сказал, там может быть что-то интересное. Дэч, пойдем посмотрим, что Инга делает. Ого, смотрите, меня кто-то там... О, в воде! Рыба? Ол. Тебя рыба электричеством бьет? Да. А почему рыба летает начала? Смотри, вон она. Ангел, ты что делаешь с рыбой? Что с рыбой? Вау! Что такое? Что она хотела? Так, подождите, я разделываю рыбу. Там нет никого, кого же там разделывать? Иди, иди, нырни. Не хочу, там страшно. Я не понимаю. А тоже у тебя только что по полу бил? Да, у меня тоже по полу бил. Я думал, какую рыбу он там разделал. Рыбина. Барто, ты курил? Нет. По-моему, да. Нет. Патроны. Патроны. Так, Ангел наверху осталось патроны. Патроны считает, перебирает там. Магазин скоро откроет. Я, пожалуй, вот так буду. Да-да-да. Дэч, давай вот так вот. Вы опять зашли в какую-то дверь? Садись, Дэч, садись. На перекур, давай. Ой, сейчас. Чего? Ангел, спускайся. А, спускайся, я поднимаюсь. Куда ты поднимаешься? Ну, не знаю, через какую-то дверь. А, стоп. Да, спускаюсь вроде. Да-да-да, все, садимся опять. Ждем Ангела. Здравствуйте. Можете идти по коридору, нам страшно. Вы немножко. Там почистили все? Да. Я должна. Мы всех убили уже там, идите. Подожди, давайте я тоже, может, посижу тогда с вами. Ну что ты боишься? Компания гопников. А, сыкуны. Какие сыкуны? Минус 2. Ничего себе. Минус 4. Нет, минус 4. Ну ладно, не буду всех считать. А Дэчма убежал, прикинь? Ну, нет, назад, что ли, побежал? Да, он назад побежал. Посмотришь мой этот, я красного монстра убивал. Трусиха ты. Красного монстра. Красного монстра. А-а-а. Мне кажется, это очевидно, что тут... О, смотрите, сзади портал какой-то. Я сейчас в него запрыгну. А, отлично, это если кто-то потерялся, короче, портал такой. Я потерялся. Отлично, можно так баловаться, прыгать в один и тот же портал. Да, я точно потерялся. Патроны. Секретки. Здоровье. Дэч, ты не туда, походу. Я вот, не знаю, не могу понять, Дэч ему убежал вперед или назад. Не, он вон, он вон, он. Классно, портал такой прикольный. Да, портал четкий. Четки, не надо. Мазила! Так, у меня кончились патроны в Томпсоне. Ну, я тебе говорю, в Томпсоне очень быстро. А мне он очень нравится, Томпсон. А он не должно быть Томпсона еще просто по игре. А-а-а. Его заранее взяли из-за этого. Да-да-да-да-да-да. Поэтому мы такие. Угу, траблы. Сейчас пока только двустволка должна быть и все. И ракетница, потому что ее нам тоже дали и патрон. Лягухи! О, я нашел свиток. Не знаю, что за свиток. Так почему мне кажется, что надо идти вверх? Я уже сходил туда. Я тоже хочу. Там ничего нет? А с другой стороны было что-нибудь? Не знаю, мы там. А, мы отсюда пришли. Лол. Значит, вниз. Ой, сердечко нельзя взять. Бронька. Я не знаю, я не успеваю даже убивать вот такие шустрые. Конечно. Это Ангел всех убивает. Да ладно. Ну, ура! Я, что ли? Почему выход? Есть какая-то таблица, чтобы посмотреть. А почему выход? Таб нажми. Хотя нет. А, вот, точно.
Нет. У вас тоже выход? Что выход? В смысле выход? У меня выход написан. Нет. Ты зачем нажала что? Не знаю. Нажми вернуться. Всё, эскейп. А, она, наверное, правой кнопкой мыши на пол нажала, я понял. Вы где? А, вы? Это письма тут показываются. Все, что у нас есть. Вон враги, тут описание врагов есть. Я вас вижу, вы вышли через дверь, да? Вас видно, кстати, вы знаете, да? Да. Все нормально, Барт? Да, сейчас из темноты будут бежать лошади. Какие лошади? Вы где? А, красный! Мы с Дэчи застряли, короче, походу. Дэчи, туда нельзя в темноту выйти. А, вы туда? Ладно, давайте обратно. Там, мы где большое можем. Сердце. Вы не можете? А, к сердцу мы скоро придем. Сейчас мы лошадей поубьем. Дэчи, отойди оттуда, они будут выпрыгивать из темноты. Я только понял, мне уже вы еще не зашли сюда, я поняла. А я не могу выйти больше. Можно, да-да-да, пройти. Так, где ангел где? Я у сердца в красном. Понятно. Вот там ты залезла, да, и сидишь? Да, какие залезла и сидишь? Тут лошадь. Я вас жду. О, тут классно, я нашла броньку, патроны. Ну, жду тогда вас. Ангел, как иди это? Сердце возьми. Я не знаю, как туда. Сбоку? А, да. Гады вы вообще. Вот и сиди там в клетке. Ладно. Там мы тебя будем защищать, а ты сидишь в клетке. Эд, Барт, это была плохая идея, мы тебя в клетке посидели. О! Он смог пробраться? Они же худее, чем ты. Ну, в смысле, они могут заходить туда, а ты не можешь выйти. Минутки. Меня постоянно обижаешь. Я не обижаю тебя. Я все время обижаю. Это твоя грудь просто не дает тебе понять. Выпустите меня. Кто тут нажать? Где кнопочка? Посиди чуть-чуть сейчас. Тебе скоро выпустят уже. Да? Главное, чтобы лошадь меня не съела. Я буду тут стрелять. Все открылось. Зачем ты открыла лошадь как раз? На, стреляет он еще. Эти красные пол. У меня вопрос, а какая тут точность дробовика? Я думаю, стопроцентная, мне кажется. Рандом. Так, стоп, я не туда куда-то пошел. Да, почему нет? Да. Сюда? Ну, да, хорошо. Мы оттуда пришли. Так. О, смотрите, там прыгнуть? Что? Там что-то есть. Я прыгну. Давай. Я знаю, что в это подстава. Дэч, смотри на потолок, ангел, прыгай в воду. А, ясно. Ангел, прыгай в воду, Дэч, смотри на потолок. Давайте. А я снимаю. Все будет в порядке. Давай. Инфа 100%, да? Ну давайте, ну что вы? Я снимаю. Снимаете? Да. Ура! Барта раздавила. Ну я взял, зато я взял. Стоило оно того? Не знаю. Да, это же какой-то ключ, наверное. Это ключ, да. Так, в другую сторону идем. А, меня тоже раздавило. А, нет, смотри. Тебе показывают фильм, наверное. И как там? Мы лоханулись. Почему? Потому что я могла, ну кто-то мог тебя спасти. Эта кнопка показывает, как эти иголки обратно. Томсон. Я думаю, на этом моменте можно сделать паузу, пока я Томсон не взял. Или нет? Давайте, ладно, еще пройдем это. Короче, ты понял, да, Барта? Пока ты бы прыгал. Кто-то нажал бы кнопку, и эти иглы на тебя не упали бы. Вот такая вот нормально была. А ты не знал. Используется древней мудростью. Стоять сзади и просто стрелять. Да чему стоять? На самом деле, можно встать и просто отстреливать их. Собачки. Цвет, кстати, очень четкий. Зеленый? У портала.
Вообще очень четкая игрушка, такая старенькая, но дико прикольная, я вам скажу. А когда был сделан этот ремейк карт? О, не знаю, ну уже пару лет точно ему есть. Лет 5, может быть, ему есть. Этому HD, да? Угу. Потому что я в него помню а на первом курсе. А ты играл еще в первую, которая, ну, не была, да, такого качества? Да, она была обычным. Надо подсадить, Сэйч. Давай. Сэйч, подсади меня. Где ты? Ничего нет. О, давай вот сюда мне лучше подсади, тут интереснее. Или давай я тебе. Ладно. Спасибо. Стоп, еще раз. И вылезли все, кроме... А сюда подняться можно, Дэйч. Сюда и нужно идти, походу. Да. Пошли. Дэйч, вокруг обойди там. Дэйч. Да, бежит уже. Давайте на этом паузу сделаем. Ну, давай. Сейчас посмотрим, подожди, посмотрим. Давай просто хоть. Что за углом там? А, все, тут конец как раз. Вот берем вот эту штуковину. Берем штуковину. И вот на этом, я думаю, все, дальше не бежим. Дальше не бежим. Берем патроны. И ставим паузу. Класс. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео. Дэйч, ангел и куча монеток. Монеток, в смысле, лечилок. Всем пока-пока. Подписывайтесь. Всем пока-пока.